Пусть пацаны парятся с диффузами. Сыграем на Урсе. Вижу Легу, беру Урсу. Обосрался. Что сделали? Обосрался. Ну, меня не бей-то, ё-моё. Я умер, окей. Ну и меня и Роша еще туда же лупит. Боже. ГГ, я вот так. Хорош, живой, ой-ой-ой, какая ошибка. Отлично, я с корабля выпрыгнул. Как же Вивер сейчас засолил. Вот это, что тут у нас на лоу хп стоит? Таверну надо, дядь. Ну что, всем привет, друзья. Как обычно, у нас сегодня продолжение великих топ-ТБшек. Но сегодня у нас лайтовая ТБшка, такая без... можно сказать, особо лютых игроков, но, как говорится, сегодня поиграем, посмотрим, как у нас тут будет все происходить. То есть здесь у нас есть 15, 21, 11, ну, 19, 12, 17, 13, 9, 700, 14, 800 и 11k поинтов. И сегодня мы с этими ребятами будем играть, конечно же, но всем пожелаю приятного просмотра, как говорится. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал и поехали. Опять Хиназа из Тиранги играет. Жесть. 340, 3, 262, 17 ливов. Вот это, конечно, задры. Вот этот парень, по-моему, N. Это, по-моему, сейчас, по-моему, топ-1 держит, насколько я помню. По ладеру. Давайте сейчас посмотрим ладер, посмотрим, как он у нас. Сейчас идет рейтинг 5 на 5. А, нет, N-ка смещен на третье место. Амаль 21 тысячу взял. Вот недавно с Амалем играли тоже. Н на третьем месте. Маньяк тоже в команде играл с ним. Квазар сейчас топ-7. С Гришиным играли 18к. У него 9 место. Ну и вот как-то так вот у нас сейчас обстоит топ. И с ребятами мы, в принципе, сейчас будем играть. И давайте поиграем, посмотрим, какая у нас будет интересная игра или нет. Тут собрались одни из, сейчас можно сказать, даже лучших игроков. Я, если честно, не думал, что эта ТБшка такая будет крутая, потому что есть личности, которые в целом даже не знают тайминги Рошанов, поэтому как бы не знаю, как ребята апают поинты. Но в целом посмотрим сейчас, как будет у нас происходить игра. Сразу оффаем вот эту тему и давайте поплеем. Это у нас обычная Excel-очка. Посмотрим, кого будут банить, кого не банят. По стандарту баны Баратрума. Если прошлые игры мы играли, этот, как его, РДТБшку, то в этой, конечно же, мы играем Алхимика забанили, Кунку. Эх, я бы так на Алхимике хотел побегать, если честно, даже не представляете. Но Тинника не банят. На Тинике, что ли, побегать? Давайте на Тинике побегаем. Центральный коридор и пойдем. Если что, будем фармить. О, под репелом можно будет грязь сделать. Сделаем что-нибудь нестандартное. Там взяли Феникса на 4. Что-нибудь нестандартное сделаем. Ну, блин, Хиназес на Тини играет. Так, давайте я сделаю немного поярче вот здесь. Вот здесь поставлю белый фон. И вот так вот лицо у меня будет подсвечено. То есть, когда вот так вот фон ставишь, то по кайфу лицо немного подсвечено, так как у меня нету особого освещения, которое должно, типа, на лицо светить, да? Вот это самото. Самото. А то так, так какой-то темный, да, вот этот. Вот, вот так намного лучше, уже покрасивее. Так, хорошо. Ну, в общем, смотрите. А, тут у нас есть еще рут есть, Ну, тут может забагать случайно мне... лотары мои. Посмотрим, что будет по пулу. Наверное, какой-то Найкс там будет 100%. Так, Магнус. Но Магнус будет на свап. Вот здесь вот будет свап 100%. Посмотрим. Кстати, у меня вроде не лагает, да? А, сейчас по всем вечерам как-то подлагивает очень сильно. И немножко проблематично. Рубик в пятерку. Это всегда, если честно, было очень плохо. Потому что Рубику немножко нужны какие-то слоты,
чтобы как-то что-то переворачивать. И тут, вот если честно, я побаиваюсь пула Найкса. Ага, взяли Леорика. Ну, Леорика тоже можно будет развалить один раз. Сюда в Слардара. О, бро, красава прям читает Слардар. Очень не любит армор. Минус армор очень не любит Леорик. Поэтому Слардар, если кидает амплификацию, там моя тычка будет очень бодро залетать. Если мы будем тут корректно все делать. Да, если честно, на лайте сейчас нужно будет как-то работать. Вообще на лайте по этой карте работать. Тут, в принципе, герой этого с прокаста не убивает. Феникса убивают с прокаста. Можно будет немножко выждать момент, пока он себе сожжет хп. Прыгнуть, спокойно слить с прокаста. Потом, возможно, получить РП или стан от Леора. Ну и там уже посмотрим, как пойдет. Пойдет, но... На тинике поиграем. Поиграем на тинике. Зевса взяли. Зевс в центральный коридор, скорее всего, пойдет. В принципе, их пика я не боюсь. Нет, мне их пик как-то... Ну, единственное, они впятером, если будут собираться, это мой прыжок равно смерть. Но, опять-таки, я буду прыгать под репелом. Кто у них будет делать диффуза? Вот это уже вопрос. Давайте, стики, цирклетку, а потом мангусик. Стики, цирклетка, манго. И погнали центральный коридор. Ну, я надеюсь, эта игра получится интересной. Хотелось бы, конечно, в одни ворота, чтобы ребята понимали, что неважно, какой ПТС... Я, например, уже давно не апаю поинты, и поэтому... Ну, типа, я не вижу смысла их реально апать, потому что мне это неинтересно. Я в целом давлю тупо на контент, работа с аудиторией. Ну, кто понимает, тот понимает. Тут нет смысла много, как говорится, говорить. И так много ребят пишут, что я там много разговариваю, мало делаю. Играю только с дерангами, мой потолок деранг. Но, как видите, по этим играм, которые я сейчас выкладываю, ну... Где вы там, хейтеры мои любимые? Ну-ка... Пишите комментарии, ти деранг, тебе там изи виград. Блин, меня пацаны вообще без вопросов сюда пускают. А пустят ли вас сюда самих-то? Вот это уже вопрос. Ребята, наоборот, даже рады здесь. Когда я захожу, они рады, они знают, кто я. Ну, не кто я, в смысле, по тому, что я там игрок какой-то. Нет, они знают мой канал, они относятся ко мне с уважением. И им тоже отдельный респект за вот эту тему, потому что не люблю токсиков и... Сам когда-то, честно, был токсиком, и поэтому все это убирается. И нужно делать именно по-человечески, как учили, да? Как учила мама в детстве, вот как говорится. Вот, и никаких мамотрогателей. Все на уважение, чисто спортивный интерес. В этом и смысл дисциплины. Как вот, и вот именитые спортсмены, да? Как они себя ведут? Вот нормальные спортсмены, именно адекватные. Они красиво общаются. Уважительно относится к соперникам. Вот, и вот так тоже надо. Так тоже надо делать. Это залог успеха. Хороший, дисциплинированный игрок, боец всегда будет вести себя так, как надо. А не так, знаете, там, и я тебе там, и я тебе там, и то. Много разговаривать не нужно. Но опять-таки, я комментирую, играю, мне по кайфу. Не в том смысле, короче, вы поняли посыл, ребят. Просто будьте ровными чуваками, и все, руку пожал, реально. Будьте просто ровными. Я стараюсь это именно и внести в массы. Если раньше стилистика, можно сказать, стриминга в целом на просторах Доты была это чисто какая-то токсичность, да, нести какую-то токсичную такую атмосферу, то в наше время я стараюсь как-то, ну, и так фигни, да, много всякое происходит. Стараюсь как-то нести какую-то полезность, что ли, в массы. И поэтому, надеюсь, вы это понимаете, вы это видите и... Желаю просто, реально. Просто настроение, понимание, пацаны. Поэтому, ребятки, всем приятного просмотра. Приятного просмотра, реально, настроя. Будем двигаться. Поэтому поддерживайте подпиской и двигаемся вместе. Топим на 100к. 50к преодолели вообще налегке. Эти 50к подписчиков вообще просто залетело. Нафиг. Просмотры хорошие. Даже не такие, как у сотников, да? Вот, поэтому это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении и собираем адекватную аудиторию. Это самое главное. Адекватная аудитория по кайфу. Если вы неадекватны, пишите много пакостей, то здесь вам не место. Серьезно. Поэтому, ребятки, если что, вкладочка красненькая там. Тык-тык. Вот, и можете пойти других стримеров посмотреть, если что. Или контент-мейкеров. Ждем.
ждем, ждем. Очень долго, конечно, эти паузы на ТБ-хах, тоже один из моментов, почему я перестал играть эти ТБ-шки, это паузы, это токсичность и ненадобность. Вот три вот этих момента. Паузы, токсичность и ненадобность АПА ПТС, вот все, как говорится, ризаны, почему я перестал это играть. Просто неинтересно. Неинтересно. Если раньше, да, играли игроки, которые в D2 сейчас там сотые места держат, 50-е, то сейчас таких игроков здесь нету. Первая доте. Вот. Были времена крутые, интересные. Я тогда вообще таким бомжом был, если честно, но играл в топе. Жесть. Как я вообще там играл, я не знаю. Ну, алды вспомнят. Алды вспомнят. Как-то играл я. Как-то играл и как-то места брал. И это круто, блин. Как-то вот, знаете, вот понимание того, что я настолько тупым был, много чего не знал, и типа, блин, реально, и все равно играл, и получалось, и занимал места в топе сезонов. Жесть. Какое прекрасное время было. Иногда, вот я сейчас на самом деле люто ностальгирую, потому что эти видосы, которые сейчас идут, я их пишу глубоко ночью, потому что, во-первых, ребята играют только ночью, ну и, во-вторых, у меня есть время ночью, ну и по кайфу. По кайфу тем, что чувствуется вот эта вот нотка ностальгии, когда ночью зарубаешься, прям так, знаете, садишься там в 23 часа и до 4 утра просто долбишь эти поинты. Вот, это такая ностальгия, знаете, теплое ощущение такое в душе, знаете, того момента. А потом берешь и... Так, ну, сделаем ре. Видимо, делаем ре и поменяем героя. Очень печально, на самом деле, что какой-то ре. Так вот, вот это теплое ощущение вот тех долбежек поинтов, это прям кайф. Чувствуется вот это какая-то молодость. Потом, когда берешь, открываешь на сайте iCap рейтинг. Ну, там на главной странице, как и сейчас, открыт рейтинг. Всегда ты смотришь, ты там 5-е место, да, или 6-е место. Такое, так греет душу на самом деле. По кайф. При том, что не играли по... Не играли по... Не играли по этим, как говорится. По огромному количеству времени я не играл. Вот печальная. Вот это уже я называю обузы, как в старые добрые времена. Ну, пик не нравится, они не хотят играть. Вот это уже на самом деле не очень. Я такую тему не люблю. Раз уже пикнули, то играйте. Это я считаю, что обузы. Я помню, когда я дрался за 1-е место в айкапе. Вот, и я помню, Вегас обузил так, прям вообще люто обузил, это вообще меня так триггерило. Пик не нравится, состав не нравится, лив. Не нравится пик, не нравится состав, лив. Это жесть. Так, зашел Legend of Pain. Вот с этим тараканом я очень давно играл. Очень давно. Так, ну что, тогда у нас тут 3, 15, 21, 13, 17, 10, 14, 19, 9, 700, 20 и... 1800 поинтов. Игра готовится. Я за него. Он не хочет портить нервы снова. Да там парнишка 700 игр, он уже и так нервы потерял все. 700 игр! Это вообще... Ксимик Омник АБ. Химик Омник АБ. А, ну забус. Ага, значит, Тини это не АБ. Слишки 5 и слют. Да, жестко. А вот еще один, да, reason, почему я не люблю эти игры. Потому что вот, ну да, пикнули пацаны. Время было. Все было нормально. Они пикнули, им пик не нравится, они ливнули. Понимаете, да? То есть они хотят сделать так, чтобы вот нам пик наш нравится. Вот мы будем играть. То есть вот это вообще не перевариваю. Такое себе. Чисто такое себе. Я считаю, что это абуз. Именно абуз такой. Абуз составов, пиков, это максимально нечестно. Раз уже пикнули, да, то играть. Играть. Ну да ладно. Давайте. Походу не на тинике все-таки будем. Посмотрим, что нам будет выпадать. Что не забанят, на чем сыграем. Если вы хотите добиться результата на 85-й карте, играйте метовыми героями. Все. Даже если вы криворукий идиот, то метовый герой вас может затащить на пьедестал. Это я вам говорю, как игрок. Да что такое? Вы издеваетесь?
Это что такое? Что за ре? Ребят. Короче, давайте я это скипну, как только игра начнется. Как только игра начнется, мы начнем вещать, выразимся так. Погнали. Так, ну что, ребят, вроде игра у нас началась, химик АБ, как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой, я вообще не понимаю, в чем прикол. Вот алхимика боятся почему-то, а чё боятся, я не понимаю. Просто алхимик АБ. Вот ребята говорят, алхимик АБ. Тафит? Спросим. Тафит он или нет? Хорошо. Так, ну что, раз у нас ребята пикают, дайте мид. Дайте мид. Я мид встану на этой ТБшке. Мне кажется, тут мид не проблема будет стоять. Абориген на пятом слоте. О, не за меня. О, Еникс? Или Соломон. Они оба на пятом слоте, парнишки. Ну, он задр. Задр. Напишу. Ну, он пацан там теряется, конечно, но вроде адекватный. Ну, пик его поймешь. Первое мнение может быть ошибочно как в плюсовую, так и в минусовую сторону. Я не знаю, что брать. Если честно, я бы взял Феникса через центральный коридор. Это прям... Не они сейчас забирать его будут, скорее всего. Или его забанили, я что-то прогулял. Посмотрим. Феникса. Да, Феникса забанили. Феникса забанили. Феникса забанили. Так, ну что тогда? В центральный коридор. Что мы берем тогда? Что-нибудь веселенькое. Что-нибудь веселенькое. Можно взять Энесса, на Энессе немножко побегать. Но опять-таки Кунка может не дать побегать спокойно. Все метовое забирается. Метовые именно герои нужны. Тусиков саппорты. Хорошо. Хорошо, тускар саппорты, можно и шейкера. Туск мид, либо хейл. Грифсами. Так, ну там есть очень много контроля. Там есть контроль. Лего центральный коридор. Го усру. Мид. Центр встану. Пусть пацаны парятся с диффузами. Сыграем на урсе, вижу легу, беру урсу. Лего пойдет в центральный коридор. Только единственное, могут раскачивать кнопками. Слардар там берется. Ага. Слардар, застаны. Тараканы. Все это дело. Слардар, застаны, тараканы. Ну, посмотрим. Я, если честно, я бы тут настолько на лайте потушил бы алхимиком, что не знаю. Типа, алхимик это такое дело, что вообще без каких-либо проблем он делает очень... Серьезные вещи. Ну, мне понравилось, что Феникса за это вали. Так, вот здесь будет диффуз сразу. Возьмите Кора, я хейл. Ну, я бы, типа, тут мартретку, наверное, взял бы. Мартретка хорошо будет стоять. Типа, доджишь. Центр, да, пойду. Все, ок. Там лего будет. Лего, скорее всего. Либо сало, не знаю. Если сало, будет тяжело. Посмотрим. Как будет. Посмотрим, как будет. Ну, главное, немножко слотов. Леорик еще. С первой минуты, кстати, можем пойти попробовать Рошана. Если тут этот качнет двойку, этот качнет тараканов. Заходим в Рошпит. Танчит Леорик. Вернее, сначала тараканы могут потанчить, потом Леорик. Но опять-таки... Роша спел. Единственное, могут за этого же за стрим снайпить, правильно? Грязные комбинации. Через Леора. Через Леорика. Тускар тройка. Лихо, по идее, будет. Можно. Если пробуем, то сразу смока его. Если нет.
Если нет, то нет, я типа не настаиваю. Могут за стрим снайпить, может быть неприятно, потому что тут... На Тускаре топ. Будет, кстати, хорошо, можно будет с Тускаром хорошо комбинить начало. Боится, 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 видно. Ладно, потом. Стрим снайперов миллион. Вот я именно за стрим снайпы побаиваюсь, потому что это такое дело. Вот раньше не было такого. Стрим снайпер, да, там МХ. Риск высокий. Риск очень высокий, тем более пока мы тянем, да, кто-то подсмотрит, да, там на стриме кому-то передаст, тот там, ага. 50 на 50. Не, не надо. Да, просто драку. Да, просто драку пойдем. Пойдем, подеремся. Идем на руну. Все, раскидали ребятам задачки, погнали. У них там будет. Там стан, торрент, лего ничего не сделает, сало на двойке не накидает. Хорошо. Так, я не спалился тут случайно? Кто-то, по-моему, раз на карте был. Ага, ну все, я тут подспалился. Ну, ладно, выйдем тогда в low ground. Мы, если что, подеремся за руну. Так, центральный коридор, лего пойдет, да? Ну, будем немножко зонить его. С арбой будет, в принципе, спокойненько, я так думаю. Ксусник. Ксишник. Хищник. Хорошо. Пройдемся. Да могли, в принципе. Мне кажется, могли Рошана забрать. Макар, Пубреска залетели. Только Виверу нужно было бы заходить вместе с нами, чтобы раскидать тараканов корректно. Было бы офигенно. Я так думаю. И они не будут забирать. Это низ наша руна и верх их руна. Фурманс сделаем. Так вот сделаем. Сейчас вот... Ага. Так вот замутим. Так, ну, лего на миду. Это хорошо. Подстакиваем и работаем. Подстакиваем и работаем. Подстакиваем и работаем. Главное не пушить сильно. Все, фурман сделали. Но сейчас дед запушит. Дед подпушит. Угу, через АДС играет. Это ж хорошо. Через АДС играет парень. Через АДС это хорошо. Тут надо будет ждать роумеров. Ему. Ему тут нужно будет ждать роумеров, потому что так он особо тут не пофармит. Если я еще лайн не буду толкать, вообще хорошо будет. Вообще хорошо будет. Пойдет. Next там сделаем сапог. С фурмансом можно работать. Ребята внизу работают. Не добил ракушка. Все, держим в этом диапазоне лайн, и все нормально будет. Лего там пойдет стакать, либо ССы. Ой, хорошо. Пойдет. Забей, не добивает, ладно, отойдем. Сейчас толкнем тогда, что-то леги я не вижу на самом деле, не знаю. Куда он ушел? Ага. Он на руну бегал.
Руна бега. Вот это сейчас очень хорошая тема, то, что я делаю. Зоне его, у меня сапог приходит. Одну тычку дать. Хорошо. Сапом пойдет, да? Он очень много экспы сейчас потеряет. Их не отмансу, ладно. Ладно. Ну ладно. Пойдет. Пойдет. Погоняли немножко. Саппорт пришел, подсейвил. Если честно, он меня неплохо развел. С хайграундов. Очень неплохо. Но саппорт потерял время. Лего потерял фарм, что он стопроцентно делал. Слушайте, а тут можно сейчас выфармить маску и пойти в Рошана соло. Что я, собственно, и сделаю. Я не буду тогда давить на... именно атаку оппонента, да? То есть, смотрите, он не стоит на миду. Я буду стараться так подфармливать. Сейчас сделаем маску. Пойдем в Рошу и будем буститься быстро. Напоминаю, это не лоу ТБ, это 20к ПТСТ, ПСТ, ребята, ПСТ, 20к ПСТ, тут игра, между прочим. Саппорты, возможно, сейчас полетят, он сейчас будет по-любому АДСом брать этих крипов. Очень не хочется хапать. 20к ПСТ, вот этих бы забрать сейчас. Было бы прекрасно. Давай, давай, дядь. Можем? Не можем. Это очень плохо. Ладно, делаем вид, что мы дурачки. Дедок, наверное, не пойдет туда. Хорошо. Нет, пошел. Смотри, какой. Дедок какой хитрый. Я не пойду, дядь, под тэшку. Сейчас маску дай дофармить, да, я пошел. Ой, хорош. Кура очень далеко, правда? Кура очень далеко. Хитрый. Мне очень нужен курьер, иначе я сейчас сдохну. Да, куры, просто нету куры. Я не знаю, это шок какой-то. Куру мне вообще не дают. Вообще, просто кура туда, кура сюда. Он бы меня сейчас не убил. Yes, подойди к миду, пожалуйста. Под смоком. Сюда. Это такая печаль на самом деле. ЕС не пойдет, естественно, да? Погнали. Такой кринж. Просто дайте мне куру, да? Это будет огонь. Ну да ладно, погнали Рошу сбегаем. 6-я минута, по идее, должен забирать. По идее. Монету брать не буду, палиться не будем. Но если бы, кстати, за медло качнул, может быть, получше было бы. Так, Рошан уже немножко подапался, немножко тяжело быть, но внизу драка. А драка чем плоха? Тем, что могут... могут прийти. Ну да. Да, забашить еще, чтоб я не отрегенился. Но меня не бей-то, ё-моё. Я умер, окей. Ну и меня и Роша еще туда же лупит. Боже. Ой, какой же кринж. Вот я так и знал, сейчас по-любому. Да что это такое? Просто изи, вообще максимально изи. Я даже попытался отойти. Ну все, я в дерьме. Смело заявляю. Вообще, такой легкий Рошан, такой легкий мид. Куры нет. Спектра ультанула. Типа, ну, рандом по факту.
Ладно, погнали, с третьего захода, помогайте. Такой кринж. Просто ужас. Ну ладно, гоу. Пока я дотопаю, не знаю, тпшек нету. Паста Варашан на хай тбшке называется, спасибо. Спасибо, внизу драку затеяли. Ну а нет, вы знали, правильно, гоу. Тут добивать осталось-то. Добивать осталось. И пойдем с Тускаром работать, мне кажется, там на закатах. Изи будет. Хорошо. Наверное, даже через фазы надо было играть, потому что, как видите, фаста Варашана обосрал спектра, плюс в миду курьера мне просто банально не дали. Я два раза чейсил этого курьера. Его так и не было. Давайте качнем за медло, наверное. Себе соло куру купим, как я обычно делаю. О, в куру. Пазы добьем и... Паста у буста тут не будет. Даггер, возможно, я тоже не смогу выфармить. Очень плохо, на самом деле, по старту. У меня 0-2-2 просто. Просто кринж. Ребята внизу драться собрались, да? Я выколочу фазы, пойду. Я не пойду сейчас что-то делать. Сейчас что-то делать я не пойду. На восьмом за медло возьмем. А, за медло есть, значит двойку. За медло взял. За медло взял, значит двойку. Хорошо. С пазами пойдем работать. Пусть ребята бегают, суетятся. У Леги 1-2, в принципе, тоже не овер хорошо, но у него хотя бы один фраг есть, это я так обрыганный. Обрыганный мидер, получается. Хорошо, и тпшку. Отлично. Сало с птхой, плотненькие. Все, можно работать. Go to Scar. Куда идти? Вниз пойду. Правда, закат под Слардара. Такой себе будет. Ребята, подойдут, завалим сейчас всех тут. Ага, этот туда покатился. Дядь, ну хотя бы одному фисурку. Хорошо. Так, Легу забрали, этого забрали. Сейчас выйду с кнопки. Давай, 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 ну поехали. Поехали куда-нибудь. Куда-нибудь поехали. Фисура будет? Давай фисуру. Дядь, ну можно было фисуру дать так-то. Что за сплит драки? Хорошо. Ну тут тоже можем разобрать. Или нет? Пойдем. Хорош, ЕСа тоже разобрали. Наверх, наверх, наверх. Ой, давай, давай, давай. Хорош. Отходим. О, тоже добрали. Нормально. Ну, в общем, пойдет. Пойдет. В общем и целом неплохо. В общем и целом неплохо. Сейчас этого тоже раскайтим. Хорошо. Стики возьмем. Отлично, душим вообще налегке. Аега есть, арбу я, наверное, скину. Но лучше пурманс. Я особо не хапаю. У меня есть защита, да? Нужно будет очень быстро выфармить тут. Даггер какой-нибудь. Но у меня даггер будет. Мой даггер это... Ускар. Пока что можем давить. Потом пару драк сольем. Будет тяжело уже. Пойдем на руну. Надо следить сейчас Аегис, когда дропнется. Просто столько файтов сейчас было. Немножко не выкуриваю. Я беру. Все, огонь, пацаны. Спека на топе. Можно было бы сейчас телепорт нажать. Ну ладно, сейчас в миду что-нибудь примем. Под фиссуру. Сало какого-нибудь. Задушим. Сейчас выйти только надо прочекать. 1 минута Аегис, 12.
13-20. Хорошо. Хорошо. Ребята ушли, видимо, понимая, что, возможно, тут будет какой-то инвизибилити. Пойдемте здесь пройдемся. Ага, вышел кто-то, сало. Хорошо, я кнопку успел нажать. Отлично. Так, ну у меня тут небольшие проблемы. Хорош. Слардара душит. Такой расплитованный файт, просто жесть. А у меня Аега через 20 секунд. Аега через 20 секунд. Хорош. Так, есть, ну, почти. Аега заканчивается. Душим, очень динамично душим. Вообще без каких-либо проблем. 23, все, Аега кончается. Ух, как четенько он дал АД, что подсбил мне эту Аегу. Но он не знал, это чисто рандом. Ух вы, Крисы. Так, я даггер все-таки возьму. Хорошо, даггер возьмем. Сейчас даггер. Поехали, дядь. Что за заварушка? Чисто поехали. Просто по таверам сыграем. И все. Даггерочки есть, стики есть, все есть. Хорошо. Стики есть, даггерочки есть, работаем. Внизу фарманем, на топ потом, сейчас Т2 сломаем, я на топ ТП дам. Вообще на топе очень много фарма собирается, я бы такой на топ бы слетал. Next посмотрим, как фарм пойдет, либо Радиенс, либо Башер. Либо Радиенс, либо Башер. Такое сплитует. Ух ты, смотри какое. На дуэль будешь брать? Кто там ТП дает? Yes, хорош. Не, прикинь, и умру же. Жесть, все там на топе. Вот они, если честно, очень грамотный сейчас мув, который отличает мувы, которые делают на D-рангах. Это то, что они все вместе, впятером, пошли в сплит на топе. Если честно, для меня это немного странновато. Если честно, очень странный мув с их стороны. Пятером идти на один товер, когда падает низ. Это настолько... Ну, я, если честно, я этого не понимаю. Знаете почему? Мы же можем просто пойти ХГ. А в итоге мы идем и отдаем стрик. Просто лол. Внизу никого не было. Так они могли просто забиться в хайграунде. Жесть. Вот это очень интересный мув, на самом деле. Че там, дядь? У тебя проблемы с GKZ на доступ? Так, мне не дадут прыгнуть. Мы сейчас подеремся все равно. Поехали. Хорош, загрызли. Вай, какая фиссура, дядь. Лардара туда же. Хорош. Но сейчас на самом деле ошибка была на топе, что я полетел на Легиона. И довольно-таки интересная ошибка тем, что это необычно. То, что они сделали, это максимально необычно. Максимально необычно. Давайте башер сделаем. Тут башер и БКБ. Башер и БКБ. Это башер плюс блэкинг бар. Да, это необычно было. Пойдем в рошу. Хорошо. Побежали. 8-12, рандомно же. Давай, давай, успеем еще пару тычек нанести. Успел. Ой, бро.
Беру. Вир у нас хороший, еще четверка. Отлично, полбашера есть. Аркана 30 секунд. Не знаю, в ХГ идти без маны, но мне кажется, это диковато. Кажется, это диковато. Пойдем мид толкнем. Главное не сдохнуть. Лего, а, спека на топе. Спека на топе. Ждем грифсы, да. Мне кажется, я грифсы, либо ждать, пока я тут сдохну от смоков, скорее всего. Я мид подталкиваю. Хорошо. Это есть. Так, сижиетка дагер. Леорик ломает, у него сокрет. Эх, не успел, прикинь. Но я хорошо тут в кнопках. Отлично. Бью Лего. Хорошо. Это башер. Вообще такой разнос. Мне кажется, тут у нас под ногами чел на сайленсере. Это типа я сейчас зашел за 20 минут хай ТБшка против 22к поинтов, ребят. Типа, ну, вы понимаете, да? То есть посмотрите на то, как играют Тими, да, ребята. Это очень качественно. Прям совместно так, да? Сейчас мы башер вместо этой возьмем, вместо Пурмански. Вообще без проблем. Блин, как долго бьем его, если честно. Очень не хочется умирать два раза. О, хорошо. Так, ну это минус дуэлька. Но зато двоих в Аегис, еще двоих допом разобрать, это очень грамотно. Ой-ой-ой, как это плохо, что сейчас, возможно, у нас вылетит Тускар. Нормально, грамотно. Аегу разменяли в размен, ну, одной дуэльки плюс два персонажа. Мы сейчас, по идее, должны забирать мид спокойно. Крашнуло, походу, его. Очень печально. Но если что, подконтрим. Руки есть, ноги есть. Next там БКБ, ребят, строго. Почему? Во-первых, у Леорика готовится Радиенс. Во-вторых, с помощью БКБшки мне не будут мешать вообще никто, в принципе. Не будет мешать. Про 8. В игре находится. Очень странно. Не хочется его кикать. Но если подзатянем, без Тускара будет тяжело, у него грифс. Краш. Тут интересно, как лучше, вот и кикать или как? Воутят сейчас или нет? Я, если честно, я вот некоторые нюансы не понимаю, да, вот и кикают тут или не вот и кикают. Не могу сказать. Ну, в принципе, мы забрали. Забираем, можем забрать центральный коридор. И на это сейчас нужно сделать опору, потому что у них кунки нету, корабля не будет еще 17 секунд. Подконтрим. Давайте ХГшку просто ломать. Хорошо. Так, сделаем. Пусть я хапану. Хорошо. Я отхожу. Надо уходить. Подсейвим, ребят. Я очень далеко ушел. Лёрика рез, что есть? Нету реза, да? Бегаем. Пойдет. Next БКБшку делаем.
Я ребят подсейвил от корабля, но не подсейвил в целом от ГГВПшки. На развороте работать не будем, потому что нет смысла. Урну кинул. Чалька. Ты БМчик-то. БМчик. Эх. Ну, Вивер добьет, Вивер подработает, у него агоним есть еще. Но это плохо, мы сейчас все стрики отдали. Все стрики, у меня 2700. Ча БКБ. Чуть тебе БКБшка. Возможно, не нужно было здесь клэпать, а просто прыгать. Прыгать и душить. С Туском, конечно, много контроля будет. Давайте возьмем ТПшку ему. Погнали. Манту, так. Манту, да, от глобалки. От глобы манту было бы хорошо. В принципе, у нас все есть, надо идти третью сторону. Единственное, у нас нету дастов. Давайте дропнем пурманс, возьмем дасты в Тускара на всякий случай. Чтобы, если что, душить сайленсера. Мне нужно БКБ, мне 1200 БКБ. Хорошо. Стараемся вин взять. Они в мид собрались, ребята. БКБшку дофармим. За вивером зацеплю пока. Тускара. Главное, чтобы Лего какие-то соло-вылазки с спектрой не делали. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это. То, что нам не нужно. Куда пойдешь? Туда пойдешь. Кидаем. Хорошо. Отлично. Пойдет неплохо под контрель. Неплохо под контрель. Ломаем. Так. БКБ почти есть. Спектра не ультила, а леги не было. Хорошо. 200. Го, отойдем. Гоу, да, наверное, отойдем. Тускару уводим. Есть БКБ-ха. КБшка есть, Фивер сейчас так тут отпушим. Отойдем немного. Тускара на подсейф использовать. Рош когда, надо узнать еще. Было бы круто узнать, когда Рошан. Монетку заберем. Ой-ой-ой-ой, что это там в меду? Тускара тоже. Вот это очень плохо. Очень плохо. Лерик идет. Ну, сейчас, если аккуратненько все сделаем. Давай. Давай. А там Лотар. Это плохо, и курс слили. Вот эти лотарные легионы, это, конечно, блин. Вот там еще кто-то был. Песала. Блин, печально, несколько героев просто тупо ушли. Я не спокушу. Жесть, там просто лотарами уходят. Ладно. Пойдем, барак пробуем. Да уже не успеем, пойдем, маны нету. Хп нету. Один даешь? Ладно, ушел, окей. Гетбэкаем. А, вон он, смотри.
Тараканов ждем. Давай, 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 юзай. Зачем ВТФ я же забиваю? Тускара не хватает, конечно, с монопулом. А вот и он. Хорошо. С маной у меня конкретные проблемы, конечно. Сыроега. Хорошо. То, что мы сейчас тянем, надо дасты. Очень плохо тем, что там пацаны. Лотар Лего. Вот это именно и проблема, то, что там нужен какой-то детекшн уже. Они сейчас могут просто расплетовывать нас. Лего, скорее всего, не удержится и побежит на Тускара. Атаковать его. Я с травелами полечу. Вот это беда. Хорош, сожрал просто его. Пойдем, траву куплю. Хорошо. Лёрик пока там чисто на засаде сидит. Но проблема с детекшеном, парни. Надо гем, вивер. Гем возьми. Надо гем взять. У нас не хватит вижена. Там Лего Лотар, там Сало Лотар. О, там Лёрика лопают. Разломали его, ну нафига так делать? Вот мы сейчас как пойдем мид? Ну типа это печально, Лёрик сейчас фигню какую-то сделал. На самом деле. На КБ-ху я еще ни разу не клацал. Двенадцать сек до Леги. Я с Эйгисом, мне нечего бояться. Ультанет. Хорош. Ну вот. Хорошо. Вивера, вивера, вивера помочь. Это печально. Ну я дерусь до Талова. Ой, фиссура какая. Хорош. Лего туда же. Лёрик без ВБ, да? Лёрик с ресом, без реса. Так это плохо. Это плохо. Надо уходить. Ульта сейчас будет. Хорош, Лего умер. Сейчас кнопка будет. Я тут тоже умру сейчас. И это очень плохо. Ну, это заявка на их камбэк лютый. Потому что я вот сейчас вообще тоже на самом деле фигню сделал. Почему Лёрик сдох вот здесь вот, немного непонятно. Что он там соло делал? Нужно вместе. Душат. Они задушат нас так. Мы ничего не спушили с Эйгисом, и нас 4. Это плохо. Вообще тотальная фигня. Сыр не успел он нажать. Гем отдали. Там саппортинг сейчас идет. Так, есть дасты будут, да? Хорошо, этого пока тоса нету. Если что, сделаем второй роденс, будем пытаться перефармливать. Так, этот грифсы забирает. Ладно, Тускара, короче, не хотят контрить. Леор забирает себе грифсы. Надо брать дасты. Надо брать дасты и поехали. Вот это плохо, что там происходит сейчас. Плохо.
Да, ситуация в игре становится проблемной. Проблемной. ГГ, я умер. Хорош, живой, ой-ой-ой, какая ошибка. Отлично, я с корабля выпрыгнул. Как же Вивер сейчас засолил. Вот это, что тут у нас на лоу хп стоит? Таверну надо дять. О, это сейчас вообще жесть, какой переворот. Пойдем через мид. Байбэк Лего. Байбэк Лего, это плохо. У меня есть кнопки, в принципе. Если что, кнопка есть. Ну, два сапа нету там вроде, да? Пойдем мид. Добить, 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 добить. Добить, добить, хорош. Как же этот вивер солит их. Давайте тэшку хотя бы, я хз. У меня все ресурсы кончились. Жесть. Ресурсы кончились тупо. Слушайте, ну душим. Сейчас душим. Хорошо. Через БКБ-ху, за БКБ-ху должны подработать. Вот это катка с изюмом на самом деле. Но, ребят, все-таки 20к поинтов, между прочим, каточка. Окей, мега крипов сделали. Ну вот, а вы говорите, только до ранги играем. Вон, ребята как плеют и, в принципе, прекрасно себя чувствуем в каточке. Прекрасно. 30 минут, на самом деле, подпотели. ГГ, красавы. Лучшие. Лучшие тиммейты, просто не могу это не заявить. Ну что ж, ребята, пойдем, наверное, некстовы или не пойдем. Но это вы уже видите в некстовом видосе. Обязательно поставьте лайк за эту катку. Как видели, есть небольшие ошибки, но в принципе игра полностью понятна, что нужно делать, как нужно играть, куда нужно бежать. И ребята молодцы, некоторые мои ошибки переворачивают. Файт вот здесь я сейчас решила, на самом деле, как Вивер успел, и я успел ультануть еще, не знаю, почему Лего не дал кнопки, но в целом получилась вот такая вот катка, ребятки. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал, и я играю не только с дерангами, получается. Вон ребята как душили. Погнали некстовую или не некстовую, не знаю. Смотрите уже, каждый понедельник и четверг в 10 по МСК выходят видосы, может быть там некстовый будет какой-нибудь видос. Ну все, смотрите Хинозеса, пейте, как говорится, там водичку, и все хорошо. Давайте, ребятки. С вами был Ксназос, и до скорого.